Состояние теплосетей для любого северного населенного пункта имеет важнейшее значение. От того, как сформированы запасы топлива, а также от качества проведенных профилактических работ летом, зависит комфорт горожан зимой. В Великоусюрском районе к новому сезону необходимо подготовить более 200 500 многоквартирных домов, 97 километров теплосетей, составить запас каменного угля в 2500 тонн и заготовить 24 000 кубометров дров. На данный момент подготовка идет полным ходом, однако сделать еще предстоит немало. По состоянию на 1 июля жилищный фонд подготовлен в количестве 540 домов, что составляет 21%. Подготовлены на 38% котельных, 20% тепловых сетей, 24% водопроводных сетей, 25% канализационных, 19,7% водозабора. Запасы топлива составляют по углю 17%, по дровам 14,2%. Активно идут работы по подготовке котельных, по проверке теплосетей. Проводится опрессовка отдельных участков. На данный момент к новому сезону полностью готовы котельная номер 8 в микрорайоне Яйково и номер 10 в районе ЖД вокзала. В плановом порядке остановлены котельные у гимназии, авиалесоохраны в поселке Валга и Подсосине. На центральной котельной Великого Устюга в ходе опрессовки выявили 3 протечки. В планах ремонт еще на 4 участках. Проведены профилактические работы в микрорайоне Гора, который обслуживает котельная номер 2. Утечек не обнаружено, и уже сегодня жители будут обеспечены горячей водой. Котельная номер 2 была установлена согласно графика в прошлый понедельник. В четверг была проведена опрессовка тепловой сети. В настоящее время идет обвязка сетевого насоса. Тепловая сеть, еще раз повторяюсь, опрессована. Утечек нет. С сегодняшнего дня, вот сейчас вернусь на предприятии, начнем плавное подключение потребителей к горячему водоснабжению микрорайона Гора. Если все и дальше пойдет по плану и холода не нагрянут раньше времени, то ожидать включения отопления в домах можно во второй половине сентября. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».